Всем привет, доброе утро. Да, вот мы сегодня очень-очень нехорошо поступили. Мы на Ванин концерт не ходили. Мы не думали, что он так быстро отстреляется. Вот, поэтому сейчас мы все вместе идем на Аришино выступление. Аришка! Пока-пока! Ага, месть. Аришка, покажись мне. У Ариши вчера было представление, но вчера я рано уехала на работу, не могла ее снять. Концерт был. А вот сегодня мы все идем дружно в школу. Ариша, ты счастлива пойти в школу, зная, что это последний, крайний день в этом учебном году? Ну все, будем снимать в школе. Ну расскажи, какие у вас планы на 29-е? Поедем в Топган, да. Да. И что вы хотите с собой брать? Паспорт, но у меня права есть. Пустят, не переживай. С правами пустят. А? А, ты забыла мне сказать про паспорт, да? Ой, спасибо, Ванечка. Настоящий джентльмен. Ну все, идем в школу. Каждый этаж украшен. Последний звонок. Вот, кругом шарики. Все кругом так красиво. Все, поднимаюсь на 5-й. Вот. Актовый зал. Интересно, здесь проход открыт. Сейчас разберемся. Привет! Привет, привет! Здравствуйте! Все, готовы к выступлению? Да. Привет, мой хороший. Юба, я тебя не поцеловала. А? Завтра? Что-нибудь придумаем. Арина так громко скажет. Арина громко скажет. О, дедушка опять на меня фотоохоту открыл. Привет. Дедушка. Давай. Ничего вы не понимаете. Я не понимаю, когда смотрят, это как называется прыгает, живой влог. Это называется смотреть неприятно. Потом да? Не смотрят, смотрите. А мне хочется. А вот тогда не звездите. А вы не звездите, вы звездите. Смотри сюда. Ваня. Ира, смотри сюда. Так, начинается фотосессия. Аришенька. Ну покажись, Ариш. Хулиганье? Ты мое хулиганье? У меня все ноги болят. Мы сейчас пойдем шарики запускать. Привет. Привет. Ты когда к нам придешь? В любой момент. Все. Ты видела, я тебе написала? Что? Да по поводу видео. Елена Федоровна, за шариками не видно. Мы сейчас на площади все построили. Аришенька, что это? Подожди, а это что? Еще одна олимпиада, первое место? Это что? У нее еще одна олимпиада, первое место. Молодец. 30 из 30. Арина, молодец. А я беспалевно стояла. Да ты вообще
Такая прикольщица. Все, завтра мы тогда тусим с тобой. Ванечка, мы сейчас шарики запустим и пойдем домой, не переживай. Вань, будь другом, возьми мой пиджак, пожалуйста. Так, а где у нас Наталья Александровна? Аришка, умничка. Все, идем на улицу. Не-не-не, уже забрала бабушка. О! Так, снимаем на ходу, идем быстро. В общем, весь город собирается на площади Победы. Все, отключаюсь, буду снимать уже на площади Победы. Где ты его взяла? Вот хулиганье. А? Осторожно, Наталья Александровна, это с водой. Арина, где вы их взяли? Вот хулиганье. Ножниц нет, ножниц, наверное, нет. Сейчас по. Готовы, дети! Раз, два, три, на родителей смотри! Нет, еще не отпускаем! Еще раз! Раз, два, три, на родителей смотри! А теперь раз, два, три, отпускаем сейчас! Договорились? Раз, два, три, отпускаем! Смотри! Ура! Встретимся в 11-м классе! Да. Ариша не могла шарик не отпустить. Топ-ган, топ-ган, топ-ган! Воскресенье, топ-ган! Неважно. Мы же все равно будем как обезьяны на деревьях висеть. Я обещала отличить, пока дети не припали. Аришка, подойди к Елене Федоровне тоже. А, ты уже босиком? Ты устала? Вот так вот, на каблуках-то. Жень, я с тобой. Арина, у тебя белые колготки. Были. Ключевое слово «были». Жень, давай поменяемся. Давай, не маленькие. А куда бегом-то, 4-й А?
Ну, а теперь прощание шестой школы. По-моему, шестая. Шестая, да, школа? Не знаю, я спросила, но посмотрела. Давайся, все пятерки, да? Коля Вонкин, молодец, стал отлично писать. Если он зубочек выровняет... Значит, все пятерки. А ты свой дневник получила? Нет еще? Я его создал. Моя Динка. Моя Динка. Лиза тоже неплохо. Пятерки по русскому. У нее нет будет. А пожалуйста. А по математике она не учила. Арина, Арина, ну-ка покажи. Я. Арина. А я не молодец. Внимательный молодец. Арина, дай сюда дневник. Арин, дневник дай. Где невнимательная молодец? Молодец у меня. Молодец. Пока молодец. Вот так вот. Кирюша, раскрывай свой. Такая же история. Скрываемся. Вскрываемся. Вскрылись. Молодец. Тройка. Так, а где? Диана. Вскрываемся. Все вскрылись. Все. И... О, Коля, давай, вскрывайся, Коля, вскрывайся. Три. О, четверки-пятерки, молодец. Жень, тебе так идет это платье, обалдеть просто. Очень классно. И что вы хотите? Мы завтра хотим снимать видео, посвященное тому, что нашему каналу год. Вот, хотим собрать максимальное количество всех участников. И что? Что вы хотите? Что вы хотите? Ляру. В ляру? Все хотите в ляру? Да нет, не знаю, может быть. Да нет, наверное. Ай, Арина, да что ж ты такая жестокая? Кирюшка, тебе надо ходить куда-нибудь тоже на какой-нибудь дзюдо, иначе ты им противостоять не сможешь. Что? Что? Ничего, Диана тебе видео скинет. А-а-а, про вчерашнее? Где человек? Мальчик молодец? Мальчик забыл стих и громко в микрофон сказал, да? Как именно он его забыл, как именно характеризуется эта ситуация? Да, точно, отправим в ВИСОС хорошо. Ну что, значит завтра туса? Да! Так, с ляру. Сначала идем, сначала домой заказываем, потом уже в ляру, потом домой заказываем. Зачем? Так, все, не говорите. Не-не, мы тут снимаем, у них завтра тусовка будет. Я завтра, у меня выходной, вот, и завтра мне будет очень-очень весело. Еще я все у нас закончилось, мы возвращаемся домой. Вот наш футболист, лыжник. Пойдемте аккуратненько. Все, Ариша, я тебя сдаю, Татя. Да, сегодня реально жарко, сегодня хочется холодного. Все, я поеду на работу. Папа, открывай. Все, в окошко мне помаши. Пока-пока.